Сегодня мы с вами посетим район Бентли, Сток-он-Тренде, Англия. Сток-он-Тренд расположен в центральной части Англии, занимает территорию 93 километра квадратных. Город сформирован в 1910 году. Сток-он-Тренд является центром гончарного производства. Население города 240 636 человек. Вот мы с вами видим исторические достопримечательности, охраняемые государством. Это поля, которые на первый взгляд кажутся незасеянными, но это единственные, это уникальные памятники истории, которые сегодня охраняются законом. Почва в городе Сток-он-Тренд глинистая, поэтому, как мы видим с вами, и дома здесь из красного кирпича, поскольку глина является природным богатством этого города, поэтому здесь глиняные дома, черепичные крыши и тому подобное. Вот мы видим с вами некоторые районы города. Город, протяженность очень большая. Я говорил, 93 квадратных километра, потому что город в основном состоит из двухэтажных домов. С вами наблюдаю небольшой парк, по которому гуляют отдыхающие. Здесь можно прогуляться и с собачкой, можно прогуляться и с детьми. Сейчас мы с вами подходим к Академии Discovery. Это открытая академия, работающая академия. Здесь учатся жители Англии. Вот. Итак, на наше двухминутное путешествие по прекрасному городу Сток-он-Тренду заканчивается. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.